Всем привет! Давно хотел провести эксперимент и узнать для самого себя и показать вам, какие же опасности скрываются в микроволновой печи. Итак, чтобы развеять все сомнения, мы берем электромагнетический тестер. Вот он здесь. И он измеряет электромагнитное поле, исходящее от того или иного объекта. Мы проверим сегодня телефон, мы проверим микроволновую печь. Мы также проверим кофеварку и посмотрим, что же, кто же из них чемпион и кто излучает больше всего электромагнитного поля. Но прежде чем мы перейдем к видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал. Поехали! Так, подносим, я буду измерять в миллигауссах. Вот, это такая единица измерения электромагнитного поля. И вот я показываю, смотри, подношу. Видите? Вот такое расстояние. И уже у нас 3 миллигаусса. Подношу ближе. Вот это и является тем расстоянием, которое действительно влияет на человека и влияет на здоровье. Так, смотрим. Так, здесь все нормально. Здесь все в порядке. О, по-моему, подходим. Так, ну что же, вот я что выяснил сейчас. Вот сейчас у нас абсолютно никакого вот отсюда электромагнитного излучения нету. Но когда вот сейчас я разговаривал с Людой, то тогда давайте вот сюда позвоним. Смотрите, опа, звонок пошел, вы видели, зашкалило сразу. Звоню в этот voicemail. О, посмотрите, зашкалило. Что же у нас на компьютере? Здесь абсолютно безопасно, здесь у нас безопасно. Поднимаемся сюда, все нормально. Да просто безопасно. О, нет, а вот и оно. Вот здесь у нас находится в компьютере что-то, что излучает электромагнитное поле. То есть, Виктор, на себя класть нельзя. Если мы пойдем сюда, здесь тоже все нормально. Подходим ближе. Начинается, видели? Отходим. Безопасное расстояние. Подходим. Начинается опять. То есть всем все понятно. То есть расстояние от микроволновой печи должно быть около 2 метров, когда вы готовите. Ну что же, мы выяснили. Надо держаться подальше от электрических приборов, когда они находятся в рабочем состоянии. Если они просто так вот стоят и ничего не делают, то тоже есть опасность, но опасность находится очень близко к самому аппарату. Посмотрите, аж 90, зашкаливает, 102. Кюрик вообще электромагнитная какая-то пушка. Посмотрите, 64. Это очень высокий показатель. Насколько он реагирует. Так, 3,5. Ага. То есть выше 4 это уже выше нормы. Вот посмотрите, какое расстояние от Кюрика и в 4 раза выше нормы. Вот здесь уже зашкаливает за 20, за 30 раз, 155. Так что советую вам никогда Кюрик с собой в постель не класть. Ну все, это на сегодня все. Надеюсь, это была полезная информация для вас.
Пока. Увидимся в следующий раз.